На протяжении всего октября предприятия и организации города, в особенности те, которые занимаются эксплуатацией газового оборудования, посещали специалисты Брест-Облгаза. Нет, серьезных проблем, которые бы требовали вмешательства специалистов, не возникало, а вот профилактика и бдительность лишними в этом деле точно не будут. Еще большее внимание детям. С самыми маленькими брещанами проводятся беседы на тему безопасного пользования газом, викторины, вручения подарков и, конечно же, самый зрелищный и запоминающийся этап компании – знакомство с автомобилем газовой службы. В этом направлении мы особенно уделяем внимание, чтобы дети знали, что делать, какие мероприятия производить при пользовании газом, при обнаружении утечки газа, при правильно разжигать огонь. И, конечно, останавливать своих родителей, если они будут нарушать правила, чтобы дети знали, что так делать нельзя. В частности, повесить, сушить белье над газовой плитой, что может привести к пожару. Ну, вмешиваться в газовое оборудование или вызывать частного ремонтника. Дети, прежде всего, это наши наследники, которые после нас будут продолжать все наше начатое и сделанное. Поэтому считаю, что нужно на ранней стадии заложить им в основу информацию, то, что как правильно надо пользоваться бытовыми газовыми приборами, а также рассказать им немножко о свойствах газа и результатах последствий при неправильной эксплуатации этим газом. Профилактическая кампания «Брест-Облгаза» направлена на то, чтобы дети запомнили, как себя вести, если вдруг почувствовали дома неприятный запах сероводорода. А уж в этом деле все средства и методы хороши. А потому яркое селфи на память, примерка спецодежды, опробирование аварийной машины – все это детям запомнится, так же, как и советы специалистов. А потому урок ребята уже усвоили. Когда дома запахло газом, нужно сообщить родителям, взрослым, если их нет дома, ты один сообщить соседям. Я знал, из чего состоит природный газ, из чего состоит жидкий газ, что будет, если будет утечка, что надо делать, если произойдет утечка. И какие и еще я узнал, ну, что если ты пользуешься газовой плитой, то нужно обязательно открывать окно. Завтрак, обед, ужин. Сегодня практически невозможно представить повседневный уклад жизни без бытового газа. Использование газовых плит – дело привычное, но порой даже хорошо знакомое, любимое оборудование может подвести. Не беспочвенно месячник проводится именно в октябре. Начало отопительного сезона порой может сыграть жильцами злую шутку. К примеру, произошедшая недавно авария в Березе. Из-за нарушения правил пользования бытовым газом пострадали все члены многодетной семьи, а это мать и семеро детей. Все они отравились угарным газом. К счастью, сегодня все живы, но таких ситуаций может быть больше, если все мы не будем требовательны и внимательны к элементарным правилам пользования бытовым газом. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский и Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.